приветствую вас, дорогие друзья. Продолжаем нашу с вами тотальную войну, в прямом смысле тотальную войну, потому что, как вы помните, в прошлой серии мы фактически объявили войну вообще всем цивилизованным развитым державам Востока. Впряглись мы все-таки за своего сатрапа, за своего протектората, Эпир. И теперь, собственно, будем воевать с Египтом, будем воевать с селевкидами, Кипром, кто тут еще, Пергам, Сарды, Никомедия, Вифиния, короче говоря, ну, со всеми подряд. И самое главное, с Трапезундом. Мне особенно интересно, насколько он тут развился, этот восточный гигант, самое большое государство Востока. Ну и, кстати говоря, хочу напомнить, что запись происходит в момент противостояния Рима 2 и Company of Heroes 2, поэтому все наши победы, все победы Карфагена и карфагенской армии также будут засчитаны, и я совершу такой небольшой шажочек вперед к тому, чтобы сравнять счет с Company of Heroes 2 и в последующий момент его опередить. Рим 2 должен выиграть. Должен смести просто к чертям собачьим Company of Heroes, потому что я, кстати, заходил не так давно сегодня в Steam, посмотрел, сколько народу играет одновременно онлайн Rim 2 и Company of Heroes 2. Оказалось, что Rim 2 играло около 16,5 тысяч человек, когда я заходил, смотрел, а Company of Heroes всего лишь 4 тысячи человек. Кстати, это сравнимо с постоянным онлайном в Empire Total War, что я хочу сказать. А Empire Total War — это на минуточку игра 5-летней давности. Заметьте. Игры серии Total War обладают уникальным свойством долговечности. Но, ладно, это все лирические отступления. Я, конечно, буду сейчас стараться побеждать любые армии противника. Вот, кстати, к нам сейчас Траквобуса подходит, кипрская армия. Поэтому я срочно из Кирены передислоцировал свои войска в Аммонии. Пока что из Гарамы подходит народное воинство под командованием Тафиса. И тут мы наймем наемников. В принципе, наемников уже мне нанимать не проблема по содержанию, потому что большинство войск уже стоит даже дешевле, чем постоянные войска. Поэтому мне это выгодно. Так. Что у нас тут с бригандием? О, отлично. В принципе, уже и поборников Дидоны можно отправлять в освояси, что мы сейчас и сделаем. У нас останется тут так... Что? Какого хрена? Что тут забыл флотоволец Спарты? Ну, а сейчас мы его как раз-таки накажем. Блин, какие наглые ублюдки. Еще решил. Короче говоря, останется у нас тут главным наместником Ганон со своими волей судей. За всей Иберией он будет смотреть. Так, и наши армии, священный отряд и честь Маганидов тоже потихоньку уже подтягиваются к основному театру военных действий. Уже товарищи 104-х приплыли, сейчас они немного отдохнут и пойдут также воевать. Непонятная ситуация, так давайте посмотрим. Непонятная ситуация для меня сейчас с Пеллой. Отправлять ли глашатаев 104-х на Никомедию, чтобы они перешли уже Боспор, или пока что оставлять их в Пелле? Потому что я не знаю, куда поплывут спартанцы со своей полуживой армии, тем более, что я еще не знаю в Карпафийском море, сколько еще флотов и армий врагов. Вот мы видим, Кипр рядом с Иерапитной находится. Плюс еще много армий египтян. Поэтому вполне возможно, что нам сейчас придется отбиваться. Тем более, что, конечно, я могу в Пэлу атласских послов отправить, но в Нессе неспокойно пока еще. Вот, может быть, еще пару ходов подождать, а уже потом стартовать. Не знаю я насчет этого. Но, с другой стороны, тут два стека, товарищи 104-х и стены Бирса, я думаю, вполне отобьют любые атаки противника. Особенно стены Бирса, потому что они самые прокачанные у нас.
товарищей 104-х, это сравнительно, ну, это новая армия еще, зеленая, можно сказать, молодо-зелено. Так, и насчет агентов. Что-то мне уже боязно отправлять агентов в тыл врага, потому что я уже отправил свою помощницу, сучку, в Никомедию, ее завербовала Вифиния, подлая. А, тем более, что если я сейчас пойду на Вифинию, на Никомедию, тут стоят еще понтийцы, понтийская армия. А с понтийцами у нас, в принципе, отношения к... А, понятно, уже враждебные. Значит, можно... Отношения враждебные, но мы с ними пока что еще торгуем. Вот что самое интересное. То есть, противоречиво, противоречиво, скажем так. Зато у нас с Блемиями и Аксумом очень хорошие отношения автоматически стали. Посмотрим, что тут у нас... Ну да, идут они неохотно. Но походу, как я уже сказал... дипломатия сломана, все. Broke, it's broke. Так. Может доплыть вас, добить к чертям собачьим. Или на Пергам пойти. Спарта может легко высадиться. А у нас только первый левел построек. Знаешь что, давайте мы пока что в Пэле посидим. Пока что посидим в Пэле и сосредоточим свое внимание на юге. Так, в принципе, можно пока соглядатая пойти поразведать местность. Что у нас тут в Пергаме творится, в Эфесе. Пусть все досконально разведают. Я ж думаю, это, наверное, единичный случай, когда завербовали наших агентов. Текс. Я думаю, можно делать следующий ход. Чёртов Египет опять своими агентами что-то пытается делать. Я слышу крик слонов, а, ну, судя по всему, потому что рядом, да, слонеров можно нанимать. Блин, что-то они тут шаманят нехорошие. Демоны. Такиметские. Ну, кто не знает, Такимет — это с древнеегипетского и будет Египет. Да, и вас, вот, спартанцев тоже надо всех завалить. В принципе, хорошо, что я... отвел назад, потому что мог бы столкнуться с армией Спарты. Что-то... Аполлоник, куда вы прёте? Надо по-другому. Ну что вы делаете? Да, наверное, им лучше вообще цели не показывать, потому что что-то как-то тупят они. Подтупливают страшно. Кимерия. Вы тут какими судьбами? Что вам тут надо? Да. Уклоняются от битвы всячески. И что мне тут еще сказать? Тут мне нечего сказать. Так, кто же умер-то? Друзья мои. Судья, пятый ранг. Естественная смерть. О, гиб бы погиб. Жаль. Очень жаль. Так, другие роды, да? Ну, давайте посмотрим их. Воздействие полководца. Так, шанс ранить рвение. О, доход из всех источников. Я думаю, пускай Сан-Милька из Магонидов мы с вами завербуем. Так, и чё? Блин, 200... Так, нам сейчас придется экономить, поэтому нам сейчас, конечно, конницу придется. На конницу пересаживаюсь.
Придется пересаживать на конницу. Так, фаза неизбыток средств. Хорошо, отлично. Так, тельмини, нес, о, класс. Развиваемся потихоньку. Флот также потихонечку у нас идет на поправку. Так, головы гидры, чертовы, что вы тут забыли? Ладно, сейчас кончаем наконец-таки с сарвернами. Блин, вот все время никак не могу я с этими ребятами покончить. Ладно, они только нас замедлят, не будем отвлекаться на них. На этих арвернов вытесним их все равно, в любом случае. Так. И священный отряд... А, так. Философ. Судью философа будем качать. Философ. Философ у нас будет. Так. Давайте разведаем обстановку уже наконец-то, что у нас творится в Передней Азии. Так. Угу. Сарды. Так, сарды, сарды. Мечники в Торксах, пикинеры в Торксах. Ну, уже довольно-таки развились, как я смотрю. Ребятки. Так, а с пергамом у нас так, я смотрю, белая полоска. Это что? Это значит, что мы с ними не воюем, что ли? Да, мы с сардами воюем. Просто у нас с пергамом плохие отношения. Понятно. Такс. Нес. Ну, я надеюсь, так, Балхамун. Помойки, блин, помойки-то, конечно, не есть гуд. Так, все. Тут хотя бы установил, устаканился хоть какой-то порядок, поэтому такие дела. Так. Пробуем сейчас что делать. Пробуем потихонечку переходить. Так, атласские послы, глашатай 104. Это у нас полководец, полководец. Значит, давайте пока что границам с Понтом, с Пульпудевой. Выставим свои войска. Так, атласских послов наконец-то будем пошлем охранять Пеллу. Да, забыл я их перевести в обычный режим. Ну что поделать. Так. Пока что поэкономим. Так, и как мне сказали, строить флот в не столицах смысла нету. О, как раз таки. Тогда пусть будет опять гавань. Тогда срочно перевозим в Брундизи все это дело. А вот, то что тогда в Брундизи мы будем строить военный порт. Как раз таки сухой док. Или портовый навес, что тут, какие тут отряды лучше. А, священный отряд, вот штурмовая ГИКСР, вот давайте-ка их построим. Так, так будет намного лучше. Так. Этих ребят мы на следующем ходу догоним. Так, да, и не помешали бы мне, конечно, шпионы на юге. Поэтому сейчас хотя бы одного шпиона, я думаю, мы на юг и отправим. Так, тем временем. Можем форсировать события, так, и пойти на Иеропитму. Тем более, что она практически сейчас никак не защищена. Я так думаю, войска Египта у нас так отправляют свои армии обратно в свои родные земли. Собственно, у них и осталось только Притония и Александрия, и, собственно говоря, все. Так, поэтому... Так, отправляем товарищей 104. Ладно, пусть пока они на границе постоят.
Так, этих ребят мы рядом с Афинами поставим. Пока что, в данный момент. Так, чемпионы, что мы чемпиону сделаем? Давайте колдунью, чтобы он особо, если его ранят, чтобы он быстро восстановился. А тут, в принципе, меня еще спрашивали, так, почему я в авторитет качаю? Просто дело в том, что и мне тут важнее не авторитет, а шанс критического успеха в любом действии. То есть, чтобы был крит. Ну, в The Elder Scrolls, как я понял, этот параметр похож на параметр удачи. Вот. То есть, чтобы наш агент был более удачным. Поэтому я и качаю в авторитет своих агентов. Так, пусть он пока напевает песни, чтобы в Спарте народ был спокоен, чтобы он успокоился наконец-таки. Так, и продолжаем. Пока что копим денежки. В принципе, пока никакой финансовой катастрофы у нас нету, пусть даже с нами почти все перестали торговать, все равно пока денег хватает. И наших резервов также более чем хватит. Вся Кирена у нас сейчас абсолютно беззащитна. Надеюсь, что все-таки до нее не дойдут. Все так же шаманят египтяне. Демоны. Так, ну сейчас мы возьмем Анфею. Блин, арверны опять пытаются смыться и... Блин, опять они за 3-9 земель уходят. Ублюдки. Так, Эппер, ну делайте что-нибудь уже. Ладно, давайте я вам, наверное, царя отменю. Потому что они сейчас уплыли в далекие края. Все равно не догоните. Черт тебя подери. Так, ну, кстати, шанс есть. Шанс есть, что вытащим, потому что тут прачники одни. Можно вытащить. Так, ну что, ублюдки уже готовы нападать. Много очень прачников. Кстати, они у них вкачаны довольно-таки неплохо. По-моему, уже и серебряные, и бронзовые лыжки. Так, надеюсь, что пойдут они... так. Значит, все-таки... лестница. Значит, все-таки лестница. Так, ворота они, по-моему, не пойдут сжигать. Вот, и так, так как у них слишком много застрельщиков, в частности прачников, смысла я выставлять армии наверх не вижу, потому что нас просто перестреляют всех. Тем более, что войска-то у нас отнюдь не бронированные. Так что потусим пока тут. Посмотрим, что они тут попытаются сделать. Блин, жаль, что я не очень разбираюсь, когда вот по-английски говорят, шпрехают. Там на самом деле очень интересные фразы они говорят. А, так, хотя можно, блин, толпу сюда поставить. Попробовать. Ну, давайте поставим толпу, например. Топорники, пикинеры. А, кстати, вот и генерал, да, у нас... Архагор. Заодно посмотрим, насколько тупости убрали. Так,
Так, знаете что? На удивление, прачники у нас довольно-таки спокойно реагируют на все это дело. Никуда не уходят. Так, пельтастов тоже смысла посылать нет, их сейчас убьют. Так, а вот на выход можно и поставить войска. Вполне. Пусть пока проходит потихонечку. Ну вот, вроде не тупят даже. Нисколечко. Сейчас нас перемолят. Ладно, спускайтесь, в принципе, толку от этого нет никакого. Так, будет хорошо, если пельтасты смогут снизу вверх кидать. Могут они так делать или нет? Наверное, нет. Потому что они сейчас будут пытаться залезть наверх. Да? Да, они будут пытаться залезть наверх, нам это не надо. Так, пусть пока наши парни тусуются тут. А мы встретим вот ребяточек прямо на подходах. В принципе, уже сражаются. Сохраняют строй, вот я думаю, это вообще самый такой нормальный вариант. Мы их прямо на подходе будем уничтожать. Так, тем не менее, уже пытаются сжечь ворота конницы, но пусть пытаются. Долго они будут пытаться это делать. Я вангую это. Так, пусть пока идут наш толпа помогать. Не понял, а чё это мы ворота открыли? Чё за нафиг? Вот так, ребят, это не шутите. Не шутите с нами. А, тем временем прачники до нас достают. Это, конечно, не изи будет. Блин, я не знаю, что корейские топорники настолько у нас, ребята, мощные. В принципе, ладно, нападайте, чё тут стоять с защитным строем, не вижу смысла. Да, я был о них лучшего мнения. Намного лучшего мнения о них был, но... Да, чую, зафейлятся ребята, киприоты.
Так, тем временем уже потихоньку сокращаем их численность. Так, и генерал застыл на одном месте, так же, как и застыли и все остальные, кто пытался штурмовать нашу крепость. Это, конечно, печально видеть. Ребята взобрались, все, даже, смотрите, пацаны ликуют даже на лестнице. Акробат, хрен ли говорить. О, проблем еще, собственно, в другом, а, собственно, мне на них, на самих пикинеров лезть-то не особо охота. Вот в чем вся проблема. Так, тем временем и египетская пехота слилась. Но проблема теперь в том, что... Так, тут до нас достают прачники долбанные. Ё-моё. Черт подери. Так, придется нам по стенам. Блин, а? Так, я думаю, до сюда они не докинут. Так, пока что потихоньку будут уничтожать вот этих парней. Да. Так, переть на этих сзади. Так, ну, не знаю, насколько пикинеры сильны в ближнем бою. По-моему, нас покрошат. Ладно, пока подождем, пока наши башни уничтожат лучников, прачников. Пока что... Вырежу эти моменты долгие. Так, и после того, как наши башни поперебили так, этих корейских топорников, наши друзья зашевелились, как ни странно. Только, как я понял... Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, ребят, вот это вот уже не гуд. Алё. Так, ну нет, они пока что стены держим мы с башнями, это хорошо. Не очень я понимаю, что они тут ходят туда-сюда, как степные травы, влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. Топорники, идите к черту. Так, ну потихоньку все-таки я смотрю. Ребят, поперли. Так, есть ли смысл отправлять на стены, чтобы сзади добить пацанов? Нет, смысла нету, потому что сейчас тут будут парни, прачники помогать. На стены смысла я не вижу лазить. Но это и хорошо, сейчас мы просто зажмем в тиски генерала кипрского и покажем им силу Карфагена, настоящую силу Карфагена. Так, сейчас давайте бомжи наши мужи. Мочим ублюдков. Отправим их к Аиду. Блин, какая красивая картина, а? Все так четко, как же хорошо играть на экстриме без тормозов, а? Ну, уже люди в крови полностью. С ССАО, с полным отображением. Так, вот правда пикинеры упорно не хотят погибать. Так, сейчас мы еще позовем пельтастов. Так, ну топорники уже начинают негодовать. Их негодование мне понятно.
Все-таки с армией Карфагена, не просто с армией Карфагена, а с гарнизоном Карфагена встречаются они. Это вам не шубу в трусы заправлять. Так, я думаю, давайте-ка пламенный выстрел мы будем стрелять пламенным выстрелом, чтобы сломить боевой дух противника как можно быстрее. Ведь правильнее не просто уничтожить живую силу противника, правильнее как раз-таки сломить его. Правда, что-то, по-моему, что, и это действие еще работает и на своих, получается. Блин. Что-то это не есть гуд. Но вот это мне, вот эту картину мне вообще дико видит. Это свои ворота открываются, чтобы, знаете, так по-джентльменски, по-джентльменски ушли противники по-быстрому. Это, конечно, смешно. Так, ну ладно, эти ребята тут, в принципе, пусть. Так, 104. Тут уже смысла нет, пусть стоят как есть. Хотя пусть добивают, не. Не дайте ему уйти. Так, и что, осталось у нас таким образом... Одни лишь прачники. Прачники — это уже штука серьезная. Закрываем ворота. Так, ждем остальных гавриков. Так, сейчас мы опять... Да ё-моё! Задолбали. Надо подальше, подальше. Дальнобойные уроды, а? Так, сейчас мы опять захватим башенку. И начнется опять веселье. Так, ну палив стрел объявляется открытым. Не, ну на самом деле, да, в такой ситуации, конечно, и врагу не пожелаешь оказаться. Потому что плохо, когда ты дурак, а еще хуже, когда у тебя ампутирован мозг. Вот это печальнее всего. Ты что, вы что, ворота ломаете, ублюдки? Ну все, можно сказать, что в принципе армия противника обречена. Основную боевую пехоту мы у них выкосили, остались лишь застрельщики. Один отряд всадников, остальные все прачники. Остальные все прачники. Может быть, у них хватит ума забраться по лестнице, но я сильно в этом сомневаюсь, поэтому нам. А единственное, что остается, это ждать, пока мы всех не перестреляем. И боже мой, что я вижу? Неужели у них все-таки существует мозг? У них реально, оказывается, существует мозг. Так, только их это все равно не спасет. Так, основные долбодятлы уже здесь находятся. И сейчас мы пошлем их напрямую, наши войска, их мочить. Пошлем-ка мы мобов. Come on!
Знаете, фанаты Зенита вышли на поле боя бить с фанатов Спартака. Изыдина! Изыди, сказали фалейщики Зенита. Так, ну ладно, уже посылаем последние силы наши. Так, бомжи, бомжи свирепствуют. И, собственно, мы выиграли. Тяжело победа, враг сломлен, гибель и бесчестие его удел. И таким образом мы прогоняем наглых киприотов домой, восвоясь им. Ну, таким образом, потеряв всего лишь два отряда толпы, вот и все. Само собой, убиваем пленных. Все-таки надо по заслугам дать. Уродам. Только сейчас нас будут затрахивать, уж извините за выражение, их агенты. Которые сейчас, судя по всему, на нас будут качаться. Ведь даже за неудачные действия они получают очки опыта. Вольки, помогли барвернов убить? Так, отлично, тук-тук, таран. Вы сделали технологический скачок, понятно, что. Так, нападение на гарнизон практикуют, осмотрю, ребята. Так, Вифиния всем образом. Так, с Пергамом союз заключила, уроды. Тихо. Это делается вот так. Так. Что у нас дальше? О, не боевые потери войск, держащих осаду. А, держащие осаду, то есть это люди, которые... Не боевые потери в осаде. Стоп. Люди, которые держат осаду, и от которых осаждают, как я понял, да? Не боевые потери в осаде 40%, так. Угу. Так. Броня всех осадных машин, броня осадных транспортов. Так, давайте торсионные машины тогда качать. 8 ходов это, правда, займет, но ничего, подождем. Так. Это нам даст мастерская осадных орудий. Бонус. Хотя, в принципе, если я сейчас в каждом здании могу уже строить, в каждом поселении почти могу строить катапульты, в принципе, толку-то нам не надо. Но пусть, пусть. В принципе, пускай. Блин, или муштру качать. Всего лишь на 3 хода дольше будет. Как нам сделать-то лучше? Блин, осадная башня 15 ходов. Как-то, блин, мне это не нравится. Чё так долго-то? Так, с технологиями что у нас? Блин, вот это вот прокачать технологию военная казна. Представляете, коррупция в ваших провинциях минус 20 сразу. Вот это будет круто. Хромовый комплекс. Так, 4 левела. А это нам что-то дает? Тоже 4 левела. Но он почему-то... А, царские казармы. Так, 4 левел тут... Загон для лошадей. 3 уровня. Так, поэтому он поменьше времени. Так. Ну что нам дают царские казармы? Царские казармы нам дают священный отряд, как я понял. В принципе, нужен ли он нам сейчас? Не знаю. Но стоимость содержания всех армий минус 6. Плюс число ячеек набора плюс 1 нам дает. Ладно, давайте скачать казарму. Так, пропаганду. Блин. Хотя, конечно, блин, корабль. Я сейчас
я сейчас не знаю, я сейчас метаюсь между пропагандой и... Раз уж мы строим флот, то неплохо было бы заняться прокачкой именно флота. Корабельный таран 3. Давайте сначала, ладно, тогда корабельный таран прокачаем, а уже после корабельного тарана уже займемся пропагандой. Я просто чую, что как мы только прокачаем пропаганду, мы вообще станем терминаторами какими-то. Но в принципе пофиг. 4000 сразу. Обалдеть. Так, в Брундизии пока что также продолжаем собирать корабли. Кстати, говорят, что корабли с греческим огнем полная лажа, вообще полная. Так, а мы тем временем продолжаем играть в казаки-разбойники. Арверны упорно не хотят погибать. Так, ну и маневры, маневры. Куда ж без них? Ух, блин, что так тупо-то? Так, попробуем на следующем ходу уже в Иеропитне оказаться. Так, Спарта, Спарта, Спарта. Так, снести бы тут, конечно, бы, блин, казармы и построить какую-нибудь постройку, которая отвечает за общественный порядок. Но, тем не менее, пока что рано об этом думать. Нет, не возникай, Понт, я тебя прошу, не возникай, не возникай. Так, идем в Анфею. Надо будет добить... полностью Спарту, наконец-таки. Так, что у нас с Пергамом? С Пергамом все нормально, хорошо, они себя чувствуют. Так. Значит, будем заниматься чем? Отравлением колодцев, чтобы прокачивать нашего агента. Ну и, подстрекательством потом тоже займемся, конечно. Так, пока что двигаем агента, двигаем. Так, и тут, конечно, не хватает тоже агентуры, потому что я не знаю, куда я веду своих солдат. То есть, веду вслепую, можно сказать. Так, пока что тут наши чуваки пришли. Так, ну, давайте, наверное, народное воинство сейчас направим в Кирену, не будем ничего нанимать. Так, и очень надеюсь, что... Все-таки, несмотря на то, что у нас ускоренный марш, нас киприоты не тронут, а если тронут, то мы их, наверное, с легкостью отобьем, потому что они уже побиты, по большей части. Так, строим казармы, тогда сразу в Кирене 5 ходов они будут строиться. Ну, подождем, ничего страшного. Так, и что следующее? Так, предместье ли строить или мастерскую? Может быть, не знаю, вот тут вот надо подумать. Так, поле для тренировок. Вот поле для тренировок тоже вещь довольно-таки интересная. Кто-нибудь вообще ее строил или нет? Просто, как я понял, постоянные войска оно не дает нанимать. Вот, оно только, я сейчас смотрю, только гарнизон, что ли, усиливает. То есть давайте сейчас посмотрим, какие у нас тут войска. Ну, вот опять же, это все гарнизонные войска, получается. У разных фракций они свои. Так, стрельбище. Ну, нажимаем. Так, тоже опять местный гарнизон, короче говоря. Какие-то прачники, блин. Угу. И опять ни одного юнита для найма. Так, левады. Опять же, конница. Ну, короче, ладно, понятно, это не то, что нам нужно, как бы сейчас нам укреплять гарнизон ни к чему, нам нужно нападать. Вот штука, конечно, спорная, зачем ее ввели. Так, ну, значит, наверное, тогда построим мастерскую. Или все-таки предместье. Так, посмотрим, мастерская даст нам возможность улучшать осадное орудие. Чё-то не видно.
Так, окружение. Опять местный гарнизон, это все не то. А, вот, вот, кстати говоря, вот. Ага. Короче, первого уровня оружейное сразу нам дает нанимать вот эти вот всякие анагры, баллисты, и ее можно дальше прокачать. Ну, тогда строим вот эту мастерскую, потому что как раз-таки в Кирене мы будем нанимать осадные орудия и основную армию южную. Вот, пусть Кирена будет таким своеобразным плацдармом для нападения на юг. Так, что у нас тут? Ага. Так, продолжаем глашатаев стач 3 продвигаясь в Анфею. Вот, я думаю, на следующем ходу мы ее уже захватим. Нет у нас тут никакого сопротивления. Так, ну и в Иеропит, но тоже нам нужно уже потихонечку идти. Да, и вот агентов, поскорее агентов в Африку, чтобы сопротивляться противникам. Ну и на этом, я думаю, все. Данная серия подходит к концу. Встретимся с вами в следующий раз.